Обзор сервиса RiverTalks. Как зарегистрироваться и что можно делать в соцсети, которая дарит криптовалюту за ежедневное общение. Заводим почту на river.mails.com. Это важно для дальнейшей безопасности. Далее регистрируйтесь на сервисе RiverTalks. Форма регистрации стандартная, ее заполнение займет несколько секунд. После завершения есть возможность загрузить фотографию, добавить информацию о себе и пригласить друзей. После заполнения профиля система предлагает подружиться с другими пользователями. Далее попадаете на главную страницу, интерфейсом похожую на ВКонтакте. В шапке сайта расположена строка поиска, уведомления о запросах на добавление в друзья, сообщения от пользователей и администрации, настройки по вашему желанию. На главном экране есть возможность загрузить сторис, написать пост или поделиться новостями. Немного ниже приятное пожелание от администрации RiverTalks поднимает настроение. В левом меню есть ссылка на личную страницу. Здесь все организовано предельно просто и понятно, как и положено удобной социальной сети. Есть лента событий, друзья, фото, видео, лайки, группы и мероприятия. В меню слева несколько ссылок, чтобы добавить разную информацию о себе. Под ссылкой на личную страницу есть вкладка «Сообщения». Если кликнуть по ней, вы попадаете в мессенджер RiverTalks. В меню «Настройки» нужно ввести номер телефона, а также задать настройки безопасности и конфиденциальности. Здесь же есть вкладка «Партнерка» с вашей индивидуальной ссылкой на привлечение рефералов. Немного ниже расположен блок «Избранное» с новостями, сохраненными сообщениями и воспоминаниями. Еще ниже находится блок «Реклама» и вкладка «Кошелек». После перехода вы увидите номер и баланс вашего кошелька, а также завершенные транзакции. Здесь же есть кнопки для пополнения и вывода средств из системы. В самом низу находится блок «Исследовать» с возможностью найти конкретных людей, страницы, группы или мероприятия. В правой части экрана расположены несколько блоков. Рассмотрим особенности каждого из них. В блоке «Тренды» сгруппированы самые популярные новости и посты по востребованным хэштегам. Например, сейчас в тренде информация о коронавирусе, работе на дому, новости и несколько других тем. В блоке «Предложения друзей» вы видите людей со схожими интересами. Система автоматически анализирует предпочтения каждого участника и предлагает подружиться друг с другом. Чтобы отправить запрос в друзья, достаточно одного клика. Немного ниже расположен блок с рекомендуемыми страницами. Здесь также можно почитать новости о коронавирусе и других событиях, узнать, как получать пассивный доход от инвестирования в криптовалюту, послушать музыку или, например, посетить группу популярного туристического агентства. Рекомендуемые группы и рекомендуемые мероприятия органично дополняют ваш досуг, исходя из предпочтений. Некоторые стратегически важные функции находятся в самом низу сайта, например, форма для приглашения друзей через электронную почту. Есть как минимум две причины добавить своих близких и знакомых в RiverTalks. Первое. Общение в соцсети станет интереснее, насыщеннее и разнообразнее. Вам больше не нужно будет переходить на другие ресурсы, чтобы посмотреть фотографии или написать сообщение близкому человеку, другу, коллеге или знакомому. Второе. За каждого привлеченного друга вы получаете криптовалюту RiverCoins, а в рамках партнерской программы система перечисляет на ваш кошелек от 3 до 8% от заработка приглашенных друзей. Что в итоге? В целом сервис RiverTalks производит благоприятное впечатление. Сайт удобный, на нем нет ничего лишнего, все на виду и под рукой. Нужные вкладки, разделы и подразделы легко найти с первых секунд. Статистика показывает, что ежедневно увеличивается число пользователей в RiverTalks. Ежедневно в системе регистрируются сотни и даже тысячи новых подписчиков. А это значит, что у проекта действительно есть хороший потенциал, а также серьезные перспективы для развития и роста уже в ближайшем будущем.